Как мы знаем, эта история с Шкатаном стала известной после прямой линии с президентом, но она не одна такая. Вот есть еще одна драма, которая получила развитие после прямой линии с Владимиром Путиным. Мальчик-вундеркинд из Ярославля, задавший вопрос о возрастных ограничениях для занятий наукой Владимиру Путину во время прямой линии, приехал сегодня в Сколково. Все подробности у Дарьи Родионовой, она на прямой связи с Лайфом. Даш, ну вот вы уже научили робота делать, там, приседали, вставали, поворачивался на камеру. Что сейчас уже освоили в Сколково? Приветствую тебя, Костя, еще раз. Но на данный момент мы находимся в мастерской студенческих проектов. Стоим около вот такой установки. Здесь при помощи лазера можно вырезать различные предметы из фанеры, наверное. И вот я хотела... Можно? Хотела показать. Нам вот вырезали вот такие вот очки. Здесь написано «Сколково», на другой дужке «Илья». Вот Илья сказал, что их теперь снимать не будет. На, надевай обратно. Илья, ну мы с тобой сегодня весь день проводим экскурсию по Сколтеху. Расскажи, пожалуйста, вот если бы ты здесь все-таки учился, а у тебя такая мечта, то чем бы ты хотел заниматься? Ракетным топливом создавать. Хотел ракетным топливом. А почему именно ракетное топливо? Я хочу... Сделать так, чтобы ракеты летали дальше. И, может быть, когда-то мы найдем разумную жизнь на других планетах. Хорошо. Я знаю, что пока вот с ракетным топливом у тебя проектов нет, но, тем не менее, у тебя вот есть папка, в которой, во-первых, здесь диплом твоего дедушки или прадедушки. Тут 1883 год дата стоит. И помимо этого диплома, который ты все время носишь с собой, здесь какие-то твои проекты. Вот можешь нам про какой-нибудь рассказать сейчас? Ну вот это, например, что такое? Это урановый реактор в Альпах. Вот сюда поступает контейнер с ураном. Вот здесь он избавляется от радиации вот этому лучом. И радиация просто уходит далеко в космос. Вот здесь он концентрируется в газ, поскольку вокруг Альп так холодно, что он превращается в жидкость. И это уже везет на урановый реактор. Ну вот я хотела еще показать, что на самом деле проектов здесь много, все с рисунками, и про каждый Илья может рассказывать много-много. Вот это что-то связанное с магнитами, ракеты. Вот на одном из последних стоит дата 14 апреля 2016 года. Это тот самый день, когда на прямой линии с президентом был озвучен твой вопрос. Вот, собственно, хотела я рассказать историю, как сегодня получилось так, что Илью вместе с мамой пригласили в Сколково. Дело в том, что 14 апреля на прямой линии с президентом был озвучен вопрос Ильи, почему он не может попасть в лагеря «Артек» и «Сириус». Потому что ему 8 лет, а говорят, что в эти лагеря берут только в 12. Лет. Вот Владимир Владимирович сказал, что ситуацию нужно исправить. Но я так понимаю, что в итоге-то ты едешь в «Артек»? И не в один «Артек». А куда еще тебя позвали? Меня в Англии пригласили в какой-то лагерь. В «Артек» пригласили, в «Сириус» пригласили. Ну еще. Вот, а еще в этот же день наш канал связался с тобой по скайпу, и выяснилось то, что главная мечта не просто попасть в какой-то из этих лагерей, а учиться в Сколтехе. И вот в Сколково узнали об этом и пригласили, как я уже сказала, Илью вместе с мамой на большую экскурсию. Весь день вот здесь ходим, смотрим, проектируем вот такие вот очки. Ну что, куда ты, в какую-то лаб-мастерскую еще хочешь отправиться? Наноматериалы. Вот я думаю, мы прямо сейчас туда отправимся, посмотрим, что в этой мастерской делают. Пока, Костя, я передаю тебе слово. Даш, спасибо большое. Ну, вот надеюсь, что вот Лайф поучаствовал в жизни юного дарования вундеркинда Ильи. Надеюсь, что через несколько лет мы будем уже сообщать об открытиях нашего ученого. Это была Дарья Родионова. Она встретилась с вундеркиндом из Ярославля. Уже вот в течение дня путешествует с ним по Сколково. Напомню, что юный ученый пожаловался президенту на то, что ему не дают заниматься наукой якобы из-за такого маленького, малого возраста. Но, как видим, все меняется.